Вот и последний вариант данной конструкции широкоуниверсальной гантели. Чем же характерен он? Когда именно зафиксирован этот диск, так. С этой стороны, так надо. Упор вынут, этот с магнитным фиксатором, так, вращается, что называется, токма и токма гильза. Вот. Значит, то, что и предыдущая конструкция, которая рассматривалась, когда зафиксированы вот эти гайки прификсированы. Вот. И вот данная конструкция, когда зафиксированы, застопорены именно только близлежащие к этой гильзе гайки с определенным зазором. Вот это в любом случае быстро разборные, конечно. Удастся, может быть, и давать это слово в названиях хорошо. А нет, будем подразумевать вот это. В любом случае, практически многие, да, ваши покорные слуги, спортивные снаряды быстро разборные. Вот рассмотрели 4 этих варианта применения гантели. Вот и все. И если же взять и зафиксировать вот это, 5 таких лиц, чтобы мы самого последнего варианта возвращаемся к самому первому, да, самому четвертому варианту. Вот так. Тема данного видеоролика, в определенной мере исчерпана. При первой возможности или если необходимости, может быть, что-нибудь выведем в свет в дополнение к всему. Вот. А в данном конкретном случае традиционно скажем до свидания, до новых встреч.